Я же рассказываю секреты великих ученых, великих актеров, ну, о которых вы читали. Ну, например, возьмем сейчас писателя великого Агату Кристи, который написала такие детективы. Да. И вот оттуда я вам рассказываю, как формула ФА для подбора индивидуальных приемов, для раскрепощения, для снятия блоков сознания и организма, что делала инстинктивно, да, великий писатель, открываю тайну, инстинктивно делала. А если вы сделаете сознательно, у вас то же самое получится, но я не говорю о том, что вы будете писать великие детективы, а может, вы потом будете рисовать великие картины. Да, вот послушайте, что она делала. Когда она писала свои великие произведения, все ее произведения, все детективы были написаны в момент, когда она мыла посуду. Что это такое? А это же вот формула ФА, мы же говорили в прошлый раз. Это когда ты делаешь одно действие, одновременно делаешь другое, другое. То есть по существу это сознательное моделирование видеоупражнения сейчас, тех бессознательных механизмов мозга, которые направлены на поиск оптимальных решений. То есть когда вы так делаете, движение так, а это прямо другое движение в разных плоскостях, одновременно по существу вы развиваете у себя способность к многозадачности в условиях неопределенности. То есть по существу она мыла посуду, это снимало лишнее напряжение с пиков напряжения, когда она сталкивалась с проблемной ситуацией. Это снимало этот автоматизм действия. А вы помните, наверное, из моих роликов, что повторяемые движения снимают напряжение, частота которых связана с уровнем напряжения. И вот когда человек нервничает, он чаще делает, а если он делает одновременно несколько таких противоположных действий, а тем более если будет делать конкурирующие действия, ну мы к этому еще потом придем, он научается быстрее решать любые проблемные вопросы, от того, где взять деньги, как лучше покрасить пол или помыть посуду, одновременно изобретая. Развивает изобретательское мышление. А теперь главное. Когда она мыла посуду, друзья, она же не холодной водой мыла, правильно? Она была теплая, горячая, поэтому вы сейчас встали, делаете повторяемые движения в разных плоскостях, конкурирующие, да, моделируете работу мозга, когда мозг бессознательно ищет решение в многозадачности, в условиях неопределенности. Думайте о том, что вас волнует, решайте какую-нибудь проблему, делая такие движения, и воображайте, что вода горячая, вода горячая, вода горячая. Да, подключайте еще дополнительные анализаторные системы, органы чувств. У нас их пять, да? Тяжесть. Кинезиология, пожалуйста. Температура, пожалуйста, другой анализатор. Запах. Чем она мыла? Подключайте, воображайте, что вы моете посуду. И думайте в это время о том, что вас волнует. Да, друзья, открываю вам великую тайну Агаты Кристи. Итак, я открываю тайны, а потом я открою тайну психоанализа. И тайну открою, почему великая находка Конан Дойла, почему Шерлок Холмс, когда думал, играл на скрипке. Да, и почему Шекспир писал свои классические произведения. Да, что он при этом мог делать? Ну, это об этом потом расскажем. А теперь привет.